Добро здоровится, уважаемые посетители канала. Я занимаюсь изодинамической гимнастикой. Многие говорят, ну вот как ты там определяешь усилия. Вот в данном случае вес то на 100. Я его не поднял. Но усилие было. А допустим, тонну 50 я уже поднимал. То есть вот в этих пределах нахожусь. Что я хочу сказать? Естественно, здесь поднимается не столько силой, сколько идет особого рода напряжение. Особого рода напряжение. И ты мысленно вверх. Естественно, это колоссальная нагрузка на организм. Сердце стучит, буквально таки выскакивает. Хотя я стараюсь себя спокойненько подумать, но тем не менее. И я подзаметил, что я довольно таки часто занимаюсь своей этой гимнастикой изодинамической, что так большая нагрузка на сердце, я его стал короче чувствовать. Вот, и тут появился Тигран. Он уже, кстати, сегодня он поднял 580 вот так вот килогерц. И он предложил мне использовать вот эти вот настойки. Настойки с активным кремнием. Кремний второй после кислорода на земле, и он как раз проводит энергетику. Значит, в организме он делает сосуды эластичными, связки эластичными. И вот я начал его использовать. И что я почувствовал? Первое, что я почувствовал, это я перестал чувствовать сердце, что оно у меня где-то есть. Во время прогулок, раньше у меня пульс достигал 90, ну, от обычной ходьбы. Ну, допустим, быстро идешь. Пульс достигал где-то 90, допустим, 3 ударчика. Сейчас же пульс стал где-то 82 удара, 80. То есть ощутимо лучше заработало сердце. А мне уже практически под 70, без малого. Вот, так что вот эта вот вещь оказала свое великолепное действие лично на мой организм. Вы можете попробовать сами. Дело в том, что если не попробуешь, то не поймешь, делать это, не делать это, надо это, не надо это. А потом уже у вас сложится свое собственное мнение. Поэтому я с вами делюсь тем, что мне помогло в данном случае укрепить сердце во время моих вот этих вот занятий. И просто, ну еще, конечно, можно установить такую пикантную вещь, как во время интимной близости. Я помню, сердце аж выскакивает из груди. Сейчас нет, все, знаете, ровно, четко бьется так, как надо. А ведь во время вот такой вот нагрузки в этом возрасте получали разного рода инфаркты, инсульты, плохо сердцем становилось. Ну, такую подробность я еще от себя добавляю. То есть я с вами делюсь всем, что со мной происходит. Доброго вам здоровья! Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие
этого дело, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлек и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.